Всем привет! Сегодня мы поиграем в видеоигру The Binding of Isaac. Так вот, заходим, выбираем файл и New Run. У меня есть только два персонажа, это Isaac и Lazarus. Давайте возьмем Isaac и сыграем. Так, это я, да? Это двигаться. Это атаковать. ЛБ бомба. У меня она одна. Я итем ЛТ, ладно. Так, это кто такие? Так. Что надо делать? Может не. А, да, понял. В них надо стрелять. Так, еще один. Ура. Так, две бомбы, да? Да. Какая-то комната. Это что за бомба? Это что? 90. Блин. А зачем мне столько бомб? Ладно. Ого. Я не хочу столько бомб. Зачем мне столько бомб? О, это два сердечка, да? Так, ой. Не ударили. Вот зачем. Сердечки нужны, чтобы удары убирать. О, какое-то черное сердечко. Ладно. О. Так. Ладно, вот тут поставим бомбу. Вот. Я что-то решу. Мне нравится эта комната. Я не понимаю ее. О. Так, а что это за комната? Это магазин, да? Так, тут есть какой-то автомат. А, так, сюда деньги. Не понял, что тут делать, честно говоря. Ладно, это босс, я понял. Так, босс. Так, что тут надо делать? Так, так какая-то муха. Муха. Гипермур. У меня, правда, дамага нет. Или, в общем, я мало бью босса. Так, еще одна муха. При этом есть большие мухи, есть маленькие, кстати. Правда, вот этого чела большого я не могу как-то затомашить. Ладно, давайте подорвем его. О, все так легко. Я думаю, будет труднее. Я ранен. Ладно. О, коробка. Что в коробке? Стуф. Так. Есть какая-то карта. Это что? The Lovers. Ладно. Есть пилюля. Локдаун. У меня что, удача есть, оказывается. Ладно. Люк. Наступлю. О, круто. Айзек. Что тут? Лежит на солнышке. Смотрит облако. Показал ему средний палец. Ясно. О, комната. Пустите меня. О боже, это что такое? Кто это такие? Кто это такие? Я их боюсь. О, это хорошее. Это замедляющая пилюлька. Я возьму такого. У меня опять 99. Так, вот это прыгающие тела или что? Это я не могу понять, что это. О, The Butter Bean. Это бобовое зернышко, по-моему, переводится. Так, ну ладно, давай уже не будем прыгать. Вот так. О боже, а что так быстро? Так, жаробас что-то сделал. Ура. Ура. Так, тут это скважина для ключа есть. Тут нужен ключ. О, какой-то камень.
это будет не особенно с крестиком. Давайте его подорвем. О, круто, сердечко. Так, входим в комнату, да? О, какой-то глаз. Динамит, лазер, перс. Зря я это взял. У меня теперь вместо обычной атаки лазер. Он еще и сквозь камни не бьет. Меня так, а зачем мне такое? Ого, какая-то... Боже, боженьки мой. Что такое, мухи? Мухи, уйдите, мухи, уйдите. Ладно, надеюсь, у меня хотя бы до... атака увеличилась от лазера. Ну, как бы лазер, особенно необычный. Так. Блин. Этот кусочек мяса очень... Как его убить вообще? Ура, я его убил. О, сундук. Пилюля какая-то. Что это за пилюля? X-Lax. Переводится как релакс. Боже, нападает. Оно нападает. Блин, с этим лазером вообще мобов трудно дамажить еще. Просто мне пулями было бы удобнее. Ладно. Так, тут еще маленькая есть. Не понял, что... эта штука не... Нет, не надо меня дамажить, я не хочу умирать. Это что такое было? У меня черного сердечка нет. Походу, когда убивают черное сердечко, это выносят всю комнату. Как у меня был большой мук, если я который... О, что так мощно я сюда ударил. Ура! Все. В принципе, вот, босс, интересно, кто это? Это какой-то гемини. Так, он за мной бежит, ясно, он за мной бежит, он умеет бегать. Так, есть маленький какой-то чел. Маленький... Он дамажит, я так понимаю, да, он пулями атакует. Так, тут большой, опять набегает. Все, о боже, что с маленьким? Маленький разозлился, теперь он меня преследует. Ура! Ура, ура, я его уничтожил. Нет, не уничтожил. Он мне кажется, не всегда дамажится. Ура. Это что такое? Так, у меня есть тут какая-то пижама. Что я пижаму делаю? О, у меня сердечки остались такие. Тут какой-то глаз маленький. Боже, меня задамажил костер. Блин, ладно, я глазик возьму. О! Блин. Ну как так? У меня прицел. Мне так неудобно с прицелом играть. Ладно, зато я круто. Веду, не, я... Если я из-за прицела проиграю, не судите строго. Я прицелом не могу пользоваться. О, какая-то комната с двумя мечиками, с корешами. Сундучок. Не, я... Давайте соберем все-таки сундучок. Ключик и монетку. Не, я, конечно, хотел что-то бы получше. Так, я буду вот так пытаться всех уделать. Так, теперь переводим. Все. Ура. Интересно. О боже, он воскрешается, а что такое так круто, алло. Ура. Так, и какие-то черепки, ладно, алло. Меня-то за что? Ладно, о, и сердечко зачем мне, ладно. Каменный этаж у меня, тогда был, у меня прям каменный, тогда был кирпичный.
Ура, ура. И еще одного вынес. И черный муха. Так, это какой? Ого, опять эти челы. Ладно, их я буду легко убивать. Да это что так? Они крутые такие. Не, я зря этот арт взял. Не. Ну вот и проиграл. Ладно, еще раз. О, комната шибан. Окей, тут сундук. Пауки. Синие пауки. О боже, сколько мух. Их надо выносить, мух этих. Ну это как легко было. О, тут бомба и монетка. Я так и не понял, зачем нужны монетки на самом деле. О, червячки маленькие. Ну их я легко выиграть смогу. Ура! Так, золотая комната и... Что это? Кольцо или гнездо? Я теперь пулями красными атакую, интересно, я себя дамажу. Не дамажу. Это хорошо. Но они больше стали немного. Заметил. Так, о, какой у меня дамаг крутой. Я с двух ударов большого чела вношу. Вопрос интересный, я муху с одного удара... Подходит. О, забирает монетки. Да, нет, он мне ничего не дал, зря ему монетки отдал. О, бомба. Итак, что тут? Джинджер. Да. Мухи при этом необычные. Так. Кашки, вокруг которых летают мухи. Вопрос. А что именно мухи вокруг них такое? И дамажат ли эти мухи? Опять атакуют. Как он? У тебя открылась зачистка. О, мамины туфельки. А, да. Эти мухи дамажат. Так, следующий этаж. Деревянный, да? Угу. Деревянный этаж, чтобы это могло значить. Так, тут мясо есть. Мясо я уже видел. О. Хороший камень или как там его называют? Ладно, камень с крестиком вот его называют. Так что тут? Сирс даун, ой. Не, по-моему, пули это тирс, да? Сирс даун, не понял. Пули даун? Это так переводится, ладно. Пауки, кстати, я пауков, по-моему, не видел. Так, еще один моб белый. И убил меня паук, ладно, еще раз. О, золотая комната. Так, это ПХД какой-то. Better pills. I can see food. О, круто. И какой-то дядя. Не знаю, что он делает. Он ключики просит. Ой-ой. Ура. Бомба. Зачем мне так много бомб? Честно говоря, я не знаю. У меня всего много. Так, это какие-то мега-пауки. Они прыгают.
Они прыгать умеют. Кстати, я крутый доктор. О, секретная комната. Она закрыта. А, она завалена, даже так. Так. Какой-то ключик, мега-ключик. Так, это. Зачем мне мега-ключик? О, бомба. Камень с крестиком. О, боже. Пауки нападают. Так, тут ключ. Это сердечко. У меня один ключ. Ладно, это baby plum. Маленькая слива. От слова слив или как? Уже называть. Ладно, я от первой атаки ужу. Что-то как-то слишком пусто на боссе. Так, это вторая атака. И третья, да? А есть другие атаки? Или это все? Если это все, то это легкий босс. Сейчас буду своей тактикой, как обычно, работать. Так, вот так опять же встаем. Ура! Ура! Так. Ура! Вынес. Почти вынес. Ура, все. Ты что? О, степлер. Дамаг ап. О. Я в секретке видел чела, который ключики просит. У меня один золотой ключик. Че, если я ему ключики дам? По-моему, это как маленький попрошайка тут, да? Ого, сундук. Да, может, да? Зачем мне золотые ключи на этом этаже, не понимаю. Ладно. Дохожу до босса, точнее, иду к боссу. Ура. Все. Тут еще сердечки. Жалко, что их подобрать не могу. Так, это какая стенка какая-то. А, это кирпичный этаж, да? Был такой у меня. Да, это мой любимый этаж. Тут, правда, вот эти вот тут всякие тела прыгающие. О, не, это не тело прыгающее, это что-то другое. О, не, ты что у меня так повезло? О, круто. Короче, я... О, паук. Ладно, всем паука. Боже, что это такое? Страшный Айзек стал. Ладно, зайдем в комнату. Что, реально? Три черных сердца. Так. Это что? Оранж ап. Ура. Не, ей. Два синих сердца. И бомба. Так, я понял, что это бомба дамажит. Ура. О. Типа получает дамаг. Это хорошо. О, у меня эти еще 4 пули, мало того, что дамаг наносят, так они еще и замедляют. Так, это большой гипер. Все, ура. Бомба сердечко. Камень с крестиком, нет? Так, ну, блин, ого, это что, это кто такой? Это кто такой? А голова у Айзека где? Она, это так навсегда? Не навсегда. Я понял, что тут есть секретные комнаты в игре. Давайте вот тут попробуем. Пусто, реально. Тогда вот так. Ну и, наверное, тут, да? Я угадал? Где секретка, может быть, я не понял. Так, вот тут мухи золотые летят, да. Мне кажется, в этой игре 50 видов мух. Так, ну тут, точнее, нет, да? Так, а тут вообще секретки, на этом этаже интересует. О, босс, Ларри Джер. О боже, а чё он такой большой? Чё его так много, точнее? Я
понимаю, конечно, что два. О, все, вынес. О боже, это кто такие? А что они на меня нападают? Так, о, еще один плачет. Так, тут еще плюющийся есть. Я плюющегося вынесу, пожалуй. И тебя надо вынести. Пусть будет. Ура, ура! Я его вынес. А, это комната. Так, ну у меня есть бомба и... О! Не, пусто. Два арта. Какой взять? Блин. Тело друга. Господи, ну это... Хоть этот пацан возрождает. А я... Не, я взял золотую комнату. Да, я взял. О, опять комната, в которой можно играть. Сундук. Ладно, возьму сундук. Зачем я взял сундук, не понимаю. Ладно. Потом есть камень или что это. В общем, у меня есть что-то. Я не знаю, хорошо это или плохо, кстати. Так, так и все, черная муха. Что она делает, черная муха? А, она не дамажит. Она не дамажит. Это хорошо. Все. Ты что такое? Блин, а что так мощно меня бить? Не, мне неудобно, когда я без головы. Надеюсь, я не буду больше дамажиться, по мере почаще не буду дамажиться. Это что такое-то? А что они меня зажали? Крыса. Так, вот ты. Вот ты, он мух изрыгает. Да, он изрыгает мух. Да. Ура, я его... О. Ладно. Так, это что такое? А, ладно. Не, а что у меня так реально мало сердечек? Не, меня это реально интересует. Что так мало сердечек? Я, конечно, понимаю, я дал два сердечка, но я их не могу вылечить. То есть у меня... А, эта штука, оказывается, забирает сердечки. Она прямо, именно прямо забирает. Прямо забирает, их нельзя будет просто убить. Блин, на боссе я боюсь, что проиграю. Это пип, пип, пип. Смешно звучит, пип, пип. Так он прыгает на меня и желтые шарики летят, окей. Я не знаю, что это может быть, но я его жестко, конечно, выношу. Ура! Ура! Я его выиграл за камень плеч. Ура! У меня есть пентаграмма, дамагаб. Это три ящика. Пилюля, айфон. Шорт спида. Круто. Повезло. И последняя комната. Да, это... Это хорошая штука. Может, это уменьшает. Может, золотую все-таки поискать комнату, блин. Ну как-никак мне без золотой плохо. У меня одна... О, а не, это... А, пилюля Blast of Steel дает... О, мне повезло, что я даже не посмотрел на сердечки, когда я резал. Тогда бы хотя бы, ну, не знаю. Раздвоил я с помощью читов. Шучу, у меня читов нет. Ура! А, у меня на пауке маска. Правильно. Все правильно. У меня на пауке маска надета. Ладно, ну давай. А что ты в меня? Вот что ты в меня такой? Ладно.
только меня это кровь дымар. Нет. О, ну тут легко. Тут можно взрывать его. А, тут черная муха, я забыл. Блин. Так, это. Да, я угадал, куда идти. Я на двух этажах пропустил золотую комнату. Ой, боже. Так, ладно. И тебя. Ай! Я не... чё, а что он такой мощный, червяк? Это какой-то червяк всего-то. Порош. Мамочки, это что такое? Ура! Секретная комната. Где секретка? Алло, я знаю, что ты есть, игра. Что ты есть, секретка, игра, давай. Ладно. У меня есть перышко, не знаю, что перышко делает. Хотя знаю, но лазерис с небес призывает. О, тут, наверное, секретная комната. Да ладно. Так. И сейчас вот этого подорвем. Можно так сделать, да? Ура! И делаем вид, что я нашел эту секретку. Вау, я подорвал, в случайном месте нашел, да. Смешно. О, ну тут ничего нет. Ладно, прыгаем. Интересно. Какой этаж дальше? А, такой же. Потом подвальный этаж. И босс, точнее череп. Но думаю, это финальный босс игры. Нет, вряд ли я всю игру пройду. Всю игру, наверное, пройти так быстро, это даже мировой рекорд будет. Вряд ли мировой рекорд все-таки поставлю. Как это сделать? Алло, убри, муха, убри! Это что такое? Эту комнату, она... Опасность, опасность. Danger, danger. Так, я могу зубами смотреть. Выбегаю, выбегаю, выбегаю и... Все, вынес. Так, у меня есть опять бомба. Так, блин, мне надо... Так, я получил. Перышко заряд. Ура! Ура! Я с помощью перышка убил первого моба. Так, что тут? О, а, да как так он запрыгнул сюда? Не понял. Ура! О, у меня 14 монеток. Я, кстати, по-моему, один раз магазин открывал. Может, все-таки зайти. Монетку еще одну наберу. Уж точно. Что можно купить за 15 монет? Да я не знаю. Но я так долго эти 15 монет набирал. Думаю, да, много что можно купить. Ладно, у меня один ключик забыл. О, это знак зодиака, блин, я забыл какой. Это... В общем, это знак зодиака был. Поздравьте. Я забыл, что знать. Это, по-моему, весы какие-то, да? Это на весы какие-то похоже было. Для меня. Ну, круг с весами. По-вашему, это не похоже на весы, да? Хотя, может, и похоже. Ладно, что я говорю. Все, все. Ах, ты ж гадина. Все. О, боже, стоп. У меня... Дима, нет, 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 живи, живи! Живи! Я не могу слиться на ровном месте. Нет, нет, нет. Так, тут эта муха. Так, эта муха взрывная. Так, две бомбы. ХП. Так, тут. Блин, ничего нет. А давай мы тебя подорвем и получим ключ. Две монетки. Ну что такое? Я не знаю, как я живу. Ну ладно, ладно, давай.
Скелета мочи, скелета. Да, вынес, все. Это что? О, повезло, повезло. 2 хп. Взрывка. Все-таки это вот так работает. Так, это что такое? Кто ты такой? Кто ты такой? Что это за червяк такой? Он живой? Надеюсь, что нет. Червяк, ты живой? Мне кажется, надеюсь, нет. Давай, давай. Все, я все-таки. Да, мои надежды сбылись. Так, у меня. Я в магазин хотел идти, но я что-то не могу. Так, одна монета и на шипу. Нет. Судя по тому, как шипы врагов убивают, я не пойду на них. Просто враг наступил на шипы и все. Это что за фитула? Фитула. Давай так, я это фитула. А что за фитула? Это что? Просто босс такой рёт. О боже. Понял почему? Понял почему он босс? Понял? Я такого... Это что, блин? А-а-а! Чёрт! Коробка, я видел коробку. Так, понял, не дурак. Так, у меня есть вот это, давайте я все-таки от безголовья. А, это хорошая пилюля. Так, Z-Tabber, что делает? Понял, понял, это не мое дело было. Есть червячок, что же ты творишь? Уп, 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 о, это прикольно. Туса. Я ключик. А, куда ключик тратить? А, в магазине можно ключик встретить. Наверное. Надеюсь, по крайней мере, на магазинный ключик. Что я встречу тебя. А. Погодите. Что я творю? Почему я не мог до этого трактаться? Портфель! Жемчуг. Это что, активка? Что арт есть, смотрите. Блин, это не максимальный даунгрейд. Хоро. Смотрите. Не, я зря это взял. Не, я зря его взял. Ну ладно. Была не была, дожду. О, это тюрьма, что ли? Я не могу понять, как, что это такое. Ладно. О, челлендж. Челлендж, выживи. Боже мой, да как я тебя убить? Так, это призраки. Маленькие призраки, хорошие призраки. Не надо меня убивать. Не надо меня... Да! Блин, проиграл. Ладно. О, так, это пауки опять. Так, а где... Пауков, по-моему, нет ни на каком этаже, кроме деревянного. Я, по крайней мере, я не видел. Может, там есть какой-нибудь железный или этаж из пауков состоящий, в котором есть пауки. Но я не знаю, я не видел ни одной локации, в которой пауки есть. Ну, кроме деревянной, в которой сейчас. Это что такое? Это какие-то пули летающие. Anti-gravity tears, tears up. Кстати, я могу вот так тупо сделать и смотреть. Не, неплохой арт, но я бы.
Я нет. Нет. Нет, что не приду. Гравитация это. Антигравити, тижцы это, конечно, хорошо. Тижцы это, кстати, пули, да. Я был прав. Или слезы, блин, я забыл. Но я думал все-таки, что слезы. Так, ура. Не, зато это прикольно, вот так можно сделать. Ладно, зато у меня Айзекс не хотя бы. Вопрос, это по-моему, хороший арт, да? Но мне он не нравится, мне как-то неудобнее стало. Вот так рисуешь пули, они сами атакуют. Не успел. Вопрос, если их наставить, то за тобой пойдут они через пули. Это их не дамажит. Ладно. Можно вот так сделать. Вот, черное сердечко. На боссе, думаю, оно мне пригодится. Так, ладно. Так, ну ты когда-нибудь уйдешь? Слива! Слива, от слова слив. Можно ты уже закончишь? Нет, ты меня немного бесишь, я уже устала реально. Долбанная слива, умри. Ура. Так, ура. О, комната. У меня нет ключиков. Ой, нет, как выпало, зато есть какую. Ладно, думаю, на этом надо закончить видео, не смог я пройти, да, ну ладно, это была видеоигра The Binding of Isaac, всем пока.